Какая циферка? Поль, говори громко. Громко. Один. Полина считает до 10, сама кушает, но ходить без поддержки пока не может. У девочки ДЦП. Все 13 лет она проходит реабилитацию. Не менее 4 курсов это точно нужно проходить в год. Если каждый месяц, то вообще бы это было бы хорошо. Один курс стоит 48 тысяч рублей. Семье нужна помощь. Половину суммы уже собрали. Давай начальник, покатимся. Мурату тоже необходима регулярная реабилитация. За травмы головного мозга он отстает в психоречевом развитии. В месяц Рамазан семье собрали деньги. 56 тысяч, как бы деньги только еще перечислены. И вот мы Алабирса. На следующей неделе как бы собираемся начать реабилитацию. В Рамазан принято помогать. Кто чем может. Деньгами, добрым словом и делом. В Дербушкинском сквере сегодня угощают вкусным обедом. Здесь, например, разливают чай каркаде. Здесь можно взять хлеб. А здесь, девушки, чем у вас там вкусно пахнет? Здесь у нас очень вкусное вегетарианское рагу. Рис, маш, овощи и специи. Приготовлено на костре. Еду здесь предлагали каждому, а выручку от продажи этих детских поделок на лечение детей. Свою благотворительную акцию объявил и фонд «Закет». Порядка, наверное, 1 000 000 рублей мы смогли вот, за месяц Рамазан собрать. Вот, и это отрадно, потому что хвала Всевышнему, что есть люди, которые знают, что такое благотворительность. Рамазан завершился, но добрые дела ждут еще сотни детей. Помочь Полине можно, отправив смс-сообщение со словом «Садака» или «Закет» на номер 7715. Сбор объявлен и Фатхулину Марсу, который в свои 12 лет хочет научиться ходить. Анна Граднова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.